если надумаешься покупать рулонник, то хочешь ты этого или не хочешь, тебе придется покупать такое приспособление для того, чтобы их кантовать. Они тоже разные, эти рога. Вот это рассчитано на 500 килограмм. Если рулонник меньше, то соответственно, в общем, три рога. Вот здесь вот размер 100, а вот эти вот по 50. И все равно они гнутся. Попытаешься, может, конечно, из вала какой-нибудь сделать. Ну, проблематично будет. Заводское есть заводское. Нужно посмотреть.